Но прямо сейчас я готова вам представить наше главное предложение сегодняшнего дня. Безусловно, это купальник Танкини. Вы только посмотрите, какой он яркий и стильный. Он подойдет для любого случая жизни. Возможно, вы собираетесь отдыхать на даче. Возможно, вы будете ходить в бассейн, либо же поедете на море. В любом случае, решать вам. А прямо сейчас успейте заказать главное предложение по цене 1499 рублей. Яркий образ за счет лео-принта, хищный принт, анималистичные мотивы и идеальная гармоничное сочетание цветов, но нельзя забывать и о силуэте. Завышенная линия талии формирует легкий А-образный силуэт платья длиной микро-мини, под которым скрываются комфортные трусики-слипы. Ваш кокетливый и комфортный образ, когда хочется получить полноценный загар на шезлонге, а прогуливаясь вдоль моря, чувствовать себя защищенной и привлекательной. А еще очень важно отметить, что здесь практичное полиамидное волокно, которое дышит, которое хорошо тянется, но форму не теряет. Идеально скрывает любые нюансы фигуры и просто в уходе. Ну и, кстати, давайте не будем забывать о том, что верх от этого купальника, как раз лиф, вот с этим таким, скажем так, сарафанчиком, да, или мини-платьем, вы можете носить и отдельно, например, с какими-то шортами просто джинсовыми сочетать, а может быть даже с бриджами. То есть, по факту, мы сегодня приобретаем топ и наши трусики. Поэтому это идеальный комплект для плавания и ношения, например, даже в городе или в отпуске. У тебя сейчас в руках зеленый цвет. Кстати, это мой выбор сегодня. Так, далее мы с вами движемся. Далее бежевый цвет, коричневый в жизни. То есть это самый настоящий классический леопард. Думаю, многие уже начали сейчас звонить в колл-центр, заказывать. Движемся дальше. Следующий цвет синий. Вот здесь хочу обратить ваше внимание на то, что пятнышки попадаются в сиренево-фиолетовом оттенке. И в заказе эта модификация называется синий. А движемся дальше. Вот этот цвет индиго, эта модификация называется бежевый. Вот будьте, пожалуйста, внимательны. Выбираем по общему фону композиции. Размер выбираем от 52 до 60. Лешенька, сориентируй, пожалуйста, по размерной сетке. Но здесь я советую брать на размер побольше. Если у вас, допустим, 50 размер, как раз идеально подходит от 52 у нас размерный ряд. Плюс ко всему прелесть этого предложения, это, напомню, купальник Танкини, он же swim dress, он идеален за счет того, что сразу две вещи, как будто мини-сарафанчик на вас. Это такой дополнительный психологический комфорт, это просто невероятно. Помимо того, что он идеально сидит, кстати, здесь еще анатомически выверенная чаша, нет косточек, при этом чаша гибкая, но идеально поддерживает грудь. Конечно, визуально смотрится это роскошно. Кстати, вы уже, наверное, заметили, что здесь еще есть такое, ну, как бы пересечение тканей в зоне лифа. Это выглядит очень интересно, и дополнительная защита для груди, удобной ширины бретели, которые можно подстроить под себя, потому что они регулируются. Конечно, мне очень нравится, что это два в одном. Во-первых, конечно, мы с вами приобретаем купальник Танкини. Это удобно, это комфортно, это уверенность в себе. Сегодня, кстати, мы приобретаем ту вещь, которая идеально подойдет для дистанционной покупки и для первой покупки в нашем прямом эфире. Поэтому, если вы мечтали сделать заказ на Шоп-н-Шоу, сделайте это прямо сейчас вместе с нашим купальником Афродита. Даже название говорящее. Цена сегодня 1499 рублей. Стильный леопринт. Вы яркая кошечка. Вы в центре внимания, весь пляж смотрит только на вас, а вы наслаждаетесь своей красотой и уверенностью в себе. И сегодня мы с вами приобретаем не просто купальник, и, конечно же, не просто два в одном, да, о чем это мы говорим, отличное настроение. Это ведь здесь леопринт, он не выйдет из моды никогда. Мировые дома моды используют постоянно хотя бы один образ в своих коллекциях, но с леопринтом. Плюс ко всему, мы понимаем, что здесь еще и коррекция фигуры просто сногсшибательная. Мы знаем, что, например, некоторые закрытые купальники хоть и подсобирают фигурку, но могут быть и видны нюансы. Но там все зависит от кроя, от материала. Здесь же эффект закрытого купальника, но при этом нигде ничего не сковывает. Вот все идеально сформировано, любые нюансы скрыты. А завышенная талия, то, о чем я говорил, А-образный силуэт создающий, да, он визуально и зону груди делает еще более роскошной. При этом талию формирует, делает. В бедрах нигде ничего не сковывает, все идеально комфортно.
комфортно. При этом сразу две вещи. Трусики у нас идут слипы. Кстати, модель купальника называется танкини, да, либо еще свим-дресс называют. Напоминаю, что верхнюю часть от купальника, тот самый лиф с сарафанчиком, вы можете носить и, например, ну, я не знаю, с шортами джинсовыми, может быть, с бриджами, с леггинсами, вообще без проблем. Сочетайте, ну, как плечевое изделие. По поводу удобных анатомически выверенных чаш. Это же тоже очень важно. Они мягкие, гипоаллергенные, но при этом форму держат идеально. Смотрите, я вот вам показываю, что они выгибаются, да, но при этом комфортная, удобная чаша получается. Вот тот самый запах, вот видите, справа налево, он формирует, ну, словно такой эффект бантика и дополнительный комфорт для груди. Ни в коем случае лиф не откроет вашу грудь, когда вы будете выходить, например, из воды и будет сильная волна, то есть таких нюансов не произойдет. За счет полиамидного волокна очень быстро сохнет, не будет заводиться грибок, не будет неприятного запаха, быстро сохнет, не боится прямых солнечных лучей и не боится соленой морской воды. Посмотрите, какой очаровательный принт, он и стильный, он и лаконичный, это абсолютно базовая вещь для лета, то есть купальник нам абсолютно необходим, поэтому сегодня мы заказываем его по цене 1499 рублей. Это премьера, это наша новинка, сегодня мы делимся ей с вами. Такого купальника вы не найдете ни в одном магазине. Но вспомните, начинается сезон, заходим в магазин, нам дают либо первую чашку, первый размер, либо второй. В больших размерах, в основном в магазинах, остается один-два варианта, и то не факт, что они идеально сядут. А этот идеально подойдет, даже если вы купите его дистанционно. А еще материал же эластичный. Кстати, давайте еще поговорим про полиамид. Полиамидные волокна всего в два раза толще человеческого волоса, но выдерживают до 15 килограмм. Представляете? Плюс ко всему, это синтетические волокна, которые самые дышащие из всех существующих. Не зря из полиамида делают нижнее белье, спортивную одежду. И, конечно же, купальники. Не выцветает, быстро сохнет. Бывают проблемы, когда, ну, где-то на курортах, в отелях, в номерах так сильно работают кондиционеры, что купальники даже за ночь не успевают высохнуть. И заводится грибок, появляется запах. Вот я, кстати, смотрите, вот так сжал, может так пролежать в чемодане очень долго, когда вы летите куда-то на отдых или едете, да, в поезде. А потом достали, не помялся, с чашами ничего не случилось. И это сразу две вещи в ярком леопринте. Я рекомендую вам начать прямо сейчас готовиться к лету и заказывайте наш купальник по цене 1499 рублей. Главное, заказывайте на размер больше и наслаждайтесь своей уверенностью в себе.